حي على الفلاح. Ты особенный для Аллаха. Аллах любит тебя. И ты мусульманин. И ты красивый, ты умный, ты способный, ты храбрый, ты прощающий, ты любящий, ты воспитанный, ты мусульманин. Ты избранный. Ты мой брат. Да, ты. Не я. Ты. Я говорю о каждом человеке, сидящем здесь, о каждом, кто это смотрит, о каждом, кто это слушает. Ты. Ты, да, ты. Ты избранный, способный изменить мир. Ты избранный, который может вывести человечество из страданий к счастью и удовольствию пребывания с Аллахом. Ты один, можешь собственноручно, ты один. Вывести человечество из тьмы, в которой мы сейчас, к свету всемогущего и великого Аллаха, к свету ислама, ты. Ты должен верить в себя. Не позволяй людям себя унижать. Не дай людям убедить себя, что ты глупый. Ты особенный. Ты творение Аллаха. Сегодня мир в поисках счастья. Сегодня мир ищет замену мужчине. Люди пытаются мне доказать, что возвышают положение женщины. Я не слышал большей чуши в своей жизни. Сегодня женщина думает, чем больше она похожа на мужчину, тем почетнее и свободнее она. Аллах говорит нет. Аллах говорит, чем больше ты похож на того, кем я создал тебя, в образе, в котором создал тебя, в той форме, которую предал тебе, тем более ты удостоенный. Аллах говорит, я люблю тебя таким, какой ты есть. Аллах говорит, я не хочу, чтобы ты был, быть чем-то большим, чем ты не являешься. Ты особенный. Ты мусульманин. Ты последователь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотри, посмотри вокруг, посмотри, что происходит. На самом деле, мои братья, посмотрите вокруг себя. Что происходит с мусульманами? Что происходит с исламом? Реально, пора просыпаться. И я не тот человек, который рассуждает о политических аспектах. Нет-нет. Но клянусь Аллахом, это должно быть знамением, это должно быть вдохновлением для каждого мусульманина. Клянусь Аллахом, любая религия, любая система, любая секта, любой жизненный путь, если любой из этого был бы атакован так же, как атакуется сегодня ислам, клянусь Аллахом, это бы рухнуло эпохи назад. А ислам все еще здесь, он по-прежнему стоит, по-прежнему процветает. Вы мусульмане, и Аллах ждет вас, ангелы ждут вас, умма ждет, пока ты проснешься и вернешься к Аллаху. Проснешься и начнешь поклоняться Аллаху еще больше. А если ты поклоняешься, то избавься от высокомерия в сердце. Мы столько всего можем сделать. Если просто поверим в себя, клянусь Аллахом, для вас Аллах сдвинет горы. Тот самый Аллах, который разделил пополам океан перед Мусой. Тот самый Аллах, который разделил луну для Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Тот самый Аллах остановил землю от землетрясения, когда Умар ибн аль-Хаттаб стоял на ней. Тот самый Аллах оживил мертвеца для Исы, мир ему и благословение. Тот самый Аллах, который заставил измениться течению реки. Тот самый Аллах, который ждет твоей следующей дуа. Вы должны стать как Иса. Стать как Муса. Стать как Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Стать как Амр ибн аль-Хаттаб,
стать как эти люди. Представь, если то, что Аллах сделал для них, сделает и для тебя. Если Аллах сделает для тебя то, что сделал для них. Мои братья, Аллах создал нас с конкретной целью, клянусь Аллахом. Аллах не создал нас, чтобы мы просто ели, спали с женщинами, имели корешей, покупали дома, водили машины. Мы не животные. У нас есть миссия в этом мире, клянусь Аллахом, есть. И мои братья и сестры, у меня новости для вас. У вас есть всего один выстрел в жизни. Нельзя будет вернуться. У тебя всего одна жизнь, брат. Хватит растрачивать свою жизнь. Проснись. Сделай что-то в своей жизни. Не будь очередным лицом в толпе. Не будь пустой цифрой. Будь тем, кто внесет какой-то вклад в человечество. Будь кем-то, кто покажет разницу.